Так, всем добрый вечер. Мы начинаем наш очередной вебинар. Мы будем стараться проводить его еженедельно, может быть, два раза в неделю. Возможно, не просто будут вебинары, какие-то обучательные будут у нас, презентации, школы. Вот, представлюсь сразу. Меня зовут Сергей Богдасаров. Данный вебинар провожу от имени себя, от имени Артема. Это мы с ним совместно создали нашу команду Richman. Вебинар будет о компании Cash Project. Это такая уникальная платформа. Я надеюсь, многие с этим знакомы. Поэтому, уважаемые друзья, партнеры, гости, прежде всего, мы звук сейчас проверили. Я бы хотел задать такой вопрос. Кто с какого города? Просто напишите. Нас здесь мало. Первое. Вот. И второе, поставьте циферку 1, кто вообще первый раз слышит эту информацию. Циферку 1 поставьте, пожалуйста. Замечательно. Значит, у нас несколько человек есть совсем новички. Да? Это хорошо. Я надеюсь, что данный вебинар, который откроет вам возможность улучшить ваше материальное финансовое состояние. Прямо вначале скажу такую фразу, очень интересную, она несколько лет назад меня она зацепила, что у каждого из нас есть цель, правда? Вот. Естественно, цель, она по-разному. У кого-то дети замуж выходят, кто-то сам скоро женится, там, иначе как к этому подготовиться, кому-то квартиру купить, машину, то есть это цель. Вот деньги – это не сама цель. Каждый может определять по-своему, но я вам скажу фразу, которая мне давно понравилась, и я уже понял, что это именно так. То есть деньги – это лишь атрибут для достижения цели. И вот данная платформа, данная система, она реально показывает и покажет нам возможность именно того заработка. Поэтому на данном слайде, вы видите, мы научим получать доход более $1200 в какой период, не могу сказать, может быть каждый месяц, может быть даже чаще, может даже чуть реже, но это реально так. И сейчас непосредственно подхожу к самому вебинару, вот такой вот бизнес твоей мечты, наверное, каждый хотел бы увидеть в своей жизни, чтобы был бизнес твоей мечты, где не нужно лишних каких-то движений делать, да? Поэтому давайте зададим себе вопрос и честно ответим на него. Что изменится в нашей жизни, если будет более $1000 ежемесячного дохода и много свободного времени? Потому что за $1000 можно еще и пахать, правильно? Наверное, все согласятся со мной, даже не отвечая сейчас в чате, что реально это хотелось бы. То есть такая стабильная на сегодняшний день $1000, если говорить о России в рублях, то это 60 с лишним тысяч рублей спокойно, на которые можно жить, а в регионах тем более. Я живу в Москве, кто-то в Питере, кто-то в городах-миллионниках, кто-то вообще в маленьких городах. Да, то есть нормальная сумма, которая спокойно может семью кормить и оплачивать все расходы. А если будет $2000-3000, как мы будем себя чувствовать? Поэтому эти вопросы всегда нужно самому себе задавать. Где же такой источник получить? И вот, как всегда, люди, которые приходят в интернет, и я когда-то был новичком, и каждый из нас был, естественно, да, и где-то люди хотят зарабатывать, да еще гарантированно. То есть, когда человека спрашиваешь, сколько ты хочешь зарабатывать, ну, чем больше, тем лучше, говорит. Вот. А при этом он еще пока ничего не умеет. Одним словом, так сказать, чайник, да. То есть, ну, это мы все прошли этот период, когда мы были чайниками, и стабильно зарабатывать, и еще без риска зарабатывать, это очень сложно. Я думаю, что многие здесь прошли, что потеряли много денег, правда? Если вы согласны, что потеряли, напишите «да». То есть я в том числе. И для того, чтобы не обратную эту связь, давайте мне, пожалуйста. То есть для того, чтобы бизнес твоей мечты каким-то образом состоялся, для этого нужно несколько факторов. Для этого нужны знания, дубликация. Знания должны быть не просто какие-то технические. Я вот это умею. Да? Знания, с кем ты идешь, кто твой спонсор, кто тебя будет вести, или кто твой куратор. И не который пригласил тебя в какую-то компанию, и ты там вдруг
обрел что-то, ты обрадовался, начинает тебя дублицировать, спонсор забыл про тебя и так далее. Здесь этого нет. Здесь, понимаете, даже спонсор, который, или там спонсор, куратор, пригласитель, как хотите называть, да, мы для него это рефералы, там, партнеры. Здесь это не имеет значения. Все имеет значение от того, что мы делаем, что мы хотим, к чему мы стремимся. Вы, наверное, знаете, да, что для того, чтобы что-то в жизни изменилось, надо прежде всего изменить себя. С этим все согласны. Ты хочешь, чтобы у тебя в жизни изменилось? Да. А ты хочешь измениться? И не получается, понимаете? И очень трудно себя менять. Поэтому вот непосредственно представляю вашему вниманию, так как все это записывается, чтобы вы потом еще раз посмотрели, вы, ваши знакомые, чтобы ролик работал на благо вас, вашей семьи, моей семьи, наших всех близких знакомых. И вот я представляю вам проект Cash Project. Да, это проект, это платформа. Вот именно основная цель Cash Project'а — это создание постоянного финансового источника для каждого человека. Тот, именно который хочет улучшить свои жилищные, ну, материальное состояние, желающий, да, работает с 2012 года. Циферка 1 не просто так здесь стоит, потому что я для себя определил, что и меня поддержал прежде всего Артем Вартумян. Спасибо, что ты здесь, Артем, поддерживаешь, что это реально номер один. То есть я не в интернете ни одной компании имел, чтобы столько лет жила и не имея ни одного отрицательного отзыва. Мы сейчас об этом поговорим. И вот проект, который работает для людей, с людьми, и, естественно, дает возможность каждому заработать. То есть и не просто заработать, там, ты положил свои там $10, получишь 20, там, получишь в несколько раз больше. И, естественно, сейчас мы подойдем к финансовой составляющей, откуда и так далее. Да? И немножечко, так сказать, лирическое отступление. То есть, знаете, что многие сетевики сколотили свои команды, точнее, свои капиталы за счет большой команды. За счет команды. Естественно, в команде кто-то может не заработать, и эти проекты могут рушиться. Или какие-то MLM-компании, которые продуктовые, они в начале своего это поднялись. На сегодняшний день есть какой-то пассив. Ну, я знаю сетевиков, которые 20-тысячные команды. Они имеют пассив свой в месяц 20 тысяч рублей. Понимаете? То есть я реально таких людей видел. Вот. А он потратил на это годы времени и, так сказать, какие результаты. Ничего особенного. Здесь можно капитал сколотить буквально за короткое время и войти в постоянный поток, когда у тебя будет просто, ты вложил что-то, фундамент сегодня, поработал немножко, несколько месяцев, и у тебя пойдет просто огромный поток заработка, реально 1200, 2000, $3000 в месяц. Для этого нужно просто сделать определенные шаги. Прежде всего, первый шаг – это ознакомиться, понять, глубоко разобраться. И вот я благодарен, что я мог это понять, естественно, самостоятельно, но, естественно, есть такой вот Артем, мы с ним подружились, и я стал выяснять все подводные камни и так далее, что меня так зацепило, что я говорю, конечно, о себе, но чтобы все сделал слайды и стал проводить изучение, полную систему, всю систему стал изучать. Высокий рейтинг доверия. Как видите, есть такой сайт ScampVisor, можете проверить, высокий рейтинг у него, не просто средний какой-то, а именно высокий. То есть почти 90% в зеленой зоне находится. Это можете проверить, это все проверяется. Сколько же можно заработать в Cash Project? Здесь есть маркетинг, очень простой. Можно сказать, три пакета, скорее всего, лучше всего их назвать три места. Место эконом, место бизнес, место премиум. В двух словах, место эконом — вход $50, бизнес — вход $200, премиум — вход $1000. Вот. Из эконома мы зарабатываем $50, когда выйдем на выплату, и получаем пакет бизнес. То есть получил свои 50, это 100% возврата, и из эконома ты получил пакет бизнес 4 раза больше. Практически, я буду так повторяться иногда, 400% говоря о языком инвестиционным. То есть получил место на 200. Все. Естественно, спонсор первого уровня получает $100, когда вы выходите с эконома, а спонсор второго уровня 50. В бизнес-пакете выплата $800 без приглашения, с приглашениями 1200.
И спонсор тоже зарабатывает, двухуровневая такая партнерка, зарабатывает достаточно хорошо. То есть он заработает 100% того, что вы вложили. $200 вы вложили, купили, значит, это место, значит, $200. А спонсор второго уровня получит $100, постоянно будет получать, когда вы будете проходить цикл. Ну, на премиуме то же самое, то есть там суммы совсем другие. 1000 вход, 6000 выход. Вот. Сейчас мы более еще раз повторим. На вот этом слайде можете посмотреть. То есть всегда мы будем получать по 10% от каждого своего партнера, который внес ту или иную сумму. На 50 он вошел, $5 получите, на 200 – $20. Вот. И, естественно, вот эти два основных пакета, вот они самые интересные. Пакет бизнес и пакет премиум. Или ступень можно назвать, или место, как удобно. Да, сразу скажу, что постарайтесь досидеть до завершения вебинара, потому что в конце будет еще один маленький такой обучательный вебинарчик. Школы буквально минут на 10. То есть два вот этих пакета, они самые такие сочные, самые приятные. И сейчас мы рассмотрим великолепные возможности с CashProjo. Их всего 4, они в принципе очень простые, но их нужно знать. Нужно знать не потому, что хотелось бы мне только знать, что когда мы будем кому-то говорить, мы их должны рассказать. Первая возможность – получать постоянные подарки при единоразовом минимальном вложении. Все, один раз мы вложили и получаем подарки. Система подарков, и она не скрывает, она не говорит, что мы там зарабатываем на каких-то биржах или какие-то ветряные мельницы где-то крутят нам деньги. Нет, они говорят, мы на подарках, абсолютно честно, прозрачно. Вот. Вторая возможность – получать постоянные подарки без обязательного приглашения. Заметьте, да? То есть без обязательных получаем в 4 раза больше. Третья возможность, которую нам предоставляет система, это получать постоянное вознаграждение от закрытия циклов нашими партнерами первой линии. То есть зашел мой партнер, он вышел, получил заработок свой, 800 ли он получил или 1200, это не имеет значения для меня, я все равно получу $200, которые система меня вознаграждает за то, что я его пригласил. И возможность четвертая, это получать вознаграждение от партнеров второй линии. То есть партнер моего партнера закрылся, у него цикл, я получил $100, а тот получил его первый $200. И сейчас мы рассмотрим 5 особенностей, благодаря которым работает система уже 4 года, уже, можно сказать, 5-й год. В мае было 4 года. Первая особенность. Все без исключения получают вознаграждение, когда подходит очередь. Когда очередь подходит, нельзя определить. Это может быть за 2 недели, за месяц, за 1,5 месяца. В зависимости от активности всех людей, очередь всего лишь 15 человек. Всего лишь 15. Потому что верхняя пятнашка, она всегда закрыта. И в нижней пятнашке всегда 3-5 мест закрываются практически за один день. А остальные остаются как активность. Поэтому сама система заполняет очереди. И мы сейчас будем говорить о робопозициях. И сама система дает еще рекламные кампании. Поэтому появляются робопозиции. Вот. И в общем, первая особенность, что сама система, она рекламируется. Вторая. То есть особенность – это заплати вперед. Мы оплатили, получили место, мы деньги отдали в систему, она не передается из рук в руки, она в системе, очень надежно, и получаем даже без вознаграждений свою выплату, когда к этому подойдет наша очередь. При этом можем делиться своими окружающими, и, естественно, когда человек уже заработал, он с удовольствием, радостно начинает говорить об этом везде. О маркетинг-плане мы чуть попозже говорим. Мы уже говорили, но еще особенности покажу маркетинг-планы. Третья особенность, очень важная, прошу обратить внимание, это робопозиция. Уникальная позиция, которая никому не принадлежит, не имеет собственных средств, но она находится в списке. То есть, если список неактивный, люди, то система ставит туда робопозицию, она так и написана, то есть она никому не принадлежит, но она закрывает место. Вот. Поэтому создание робопозиции, она только лишь поддерживает всю работу наших списков. Четвертая особенность.
во многих проектах очереди разрастаются в длину, и вот этот срок ожидания очень большой. Вот. И кто вошел первым, тот получил быстрее. В нашем проекте очередь ограничена и не стремится к бесконечности. И вот как раз здесь самое важное. То есть всего лишь 30 человек, вот, и в этой тридцатке 15 мест всегда занято. То есть очередь разделена двумя половинками, и нижняя половинка, вот она заполняется, чтобы получил первый кто-то по очереди. Если каждый с верхней пятнашки будет активным, то очередь может закрываться, ну, я вам скажу, в неделю один раз. Спокойно будет закрываться. Вот какая-то активность если будет, и человек может, даже находясь там на пятом, четвертом уровне или в списке, он может быстро получить выплату, и даже не ожидая, как это он быстро заработал. Потому что очередь должна двигаться. Пятая особенность. В ступенях бизнес и премиум период, который участник проходит всю очередь, получает и становится в конец очереди. То есть вы всегда закрываются несколько циклов, постоянно будут закрываться, уже никаких новых денег вливать не надо сюда. Некоторые не понимают, вот я опять, надо мне квалифицироваться, не нужно. Сделали один раз и все, и пожизненно будем получать подарки. Естественно, первый раз, когда мы получили, второй раз уже интереснее становится, потому что всегда один за другим будет идти за своим спонсором. Вот. Поэтому еще раз призываю, принимайте решение сейчас, чтобы через год не пожалеть, что начали мы сегодня. Потому что этот проект реально работает с людьми, для людей. Он направлен не для своего обогащения, хотя система тоже зарабатывает, но она зарабатывает и для нас. То есть это платформа, которую мы зарабатываем. Сейчас немножечко поговорим о 20 преимуществах, которые не оставят вас равнодушными, я надеюсь. Эти преимущества не просто выдуманные, они выписаны мной, в общем, исследовав, проанализировав всю систему. Домен Zony.ru. Почему обратил внимание на него? Знаете, все компании, которые связаны с какими-то мошенническими действиями, они придумывают всякие домены. Ком, нет, и где-то там. В Zony.ru сделать домен, спокойно работают уже пятый год, и не прикрывается какими-то документами офшорными, да, реальная компания, реально они есть, вот. Пятый год стабильной работы, преимущество, правда, рейтинг доверен, доверие проверен, как говорил. Четвертый пункт, неограниченное количество аккаунтов, то есть на свое имя можно делать сколько хотите аккаунтов, не запрещается, только меняем логин, все остальное остается, телефон, скайп, фамилия, почта, все остается, пароль даже можно оставлять, а аккаунт на одного человека сколько хотите можно создавать. Система автоматизированная. То есть автоматизация, здесь нигде ничего не нужно, лишние какие-то движения делать. То есть времени практически 100% свободно. Очень важный шестой пункт и седьмой. Отсутствие абонплаты. Никаких абонплат за кабинет личных. И седьмой, никаких ежемесячных оплат, активность, как во многих компаниях, вот там 10 долларов, вот копейку начинают сшибать с народа. Вот, и начинают люди там, зачем каждый месяц я буду платить, там 5 долларов, 10 долларов и так далее. Здесь этого нет. Никаких, восьмой пункт, отсутствие обязательств по рекламе. То есть некоторые прикрываются, да, вот, накликай здесь, сделай тут, пригласи еще столько, чтобы они тоже кликали, вот эти копейки, а фактически этого нет. Да, я вопросы потом отвечу, хорошо? Вот. Поэтому здесь этого нет. Возможен доход без вложений. Это по моей стратегии. То есть стратегия, без вложений можно зарабатывать здесь. Ну, для этого нужно быть немножко активным. Это уже отдельная тема, но это реально так. Щедрый маркетинг-план, вы об этом видели. То есть внесли 200, получили в 4 раза больше или в 6 тысяч раз больше. Вот. 11 пункт. Многократная прибыль по реферальной программе. Представьте себе, вы чуть-чуть активны, и у вас появились люди. Эти люди будут постоянно закрываться. Независимо уже от ваших действий, вы им показали возможность, и они будут, и вы будете постоянно получать. Он вышел, получил свои 800 долларов, не приглашая. Или 1200, приглашая, вы все равно заработали 200 долларов. Все равно. Знаете, просто так 200 долларов на сегодняшний день, ну, нормальная сумма в рублях, сколько, 12-13 тысяч. Пассивный доход. 4-6 раз более вклада. То есть пассивный доход, я еще раз говорю, языком инвестиции 400-600% даже в год
это огромная сумма для инвестиций. Здесь не инвестиции, мы инвестируем это, как мы даем подарки. То есть 4 раза больше. Вот. А это, если это будет 3 раза в год, 4 раза в год, 5 раз в год. Представляете, какие заработки здесь, причем инвестировали всего лишь $200. Квалификации единократные. То есть не надо постоянно себя квалифицировать, независимо на каком, какой ты этот зашел пакет. 2 человека, и можно квалификацию делать собственными усилиями. Для этого уже отдельная стратегия есть, как это все выполнять, очень все просто. Робопозиция за счет системы, то есть помощь нам всем. Вместо свободной системы поставят робопозицию, одну или две, я их реально видел. Рейтинговый обгон, ну это вообще шикарная вещь. Я стоял там на каком-то 21 месте, двух пригласил, я уже обогнал того, кто впереди меня. Понимаете? И так далее, и мои люди также. Кого-то пригласили двоих, даже он под себя сделал второй аккаунт, он уже обогнал предыдущего. Ну, кто стоит, значит, тот получит меньше, там не 1200, а 800, а кто квалифицируется двумя по 200, он идет вперед. Если квалификация идет двумя аккаунтами, двумя пакетами по $50, то, а вы находитесь в 200, то в этом случае квалификация засчитывается, а обгона нет, потому что это в $50 находится ваша фамилия. Ну, это тоже хорошо, потому что эти 50 рано или поздно выйдут на пакет бизнес, и вы будете от собственных аккаунтов еще зарабатывать по $200. Вывод до 24 часов. Здесь сколько раз я наблюдал, сколько раз там, вот Артем также и другие, 24 часа никогда не было. 2 часа, полчаса, ну, 3 часа может быть. Вывод. Единственный проект, который я вообще видел, компания, которая на сайте, в кабинете пишет: выводите свои деньги, делайте запрос. Понимаете, вот они пишут просто: выводите. Тоже приятно. Вывод без комиссии. Ну, представьте себе, мелочь, ну, там 1200, ну, не мелочь, все равно 2% возьмут. А здесь не берут. То есть, комиссия берется за счет системы. Все работает с перфектом только за счет системы. Тоже нам приятно, понимаете, когда она заботится так. Отзывы положительные. Нигде за 4 года никто не выложил ни один отрицательный отзыв. Понимаете? То есть даже, может быть, есть какие-то, ну, недружелюбные люди, ради чего только они должны быть, конечно. Ну, бывает, что вот кому-то позавидовали и все. Нету отрицательных отзывов. Есть только положительные. На форумах, на ютубе, еще где только положительные. Поддержка работает постоянно. Ну, естественно, в ночное время, а их не бывает, в какой-то период ночи, ну, по московскому времени, скажем, там, после 11, может быть, и постоянно внутри кабинета можно переписываться. Я думаю, вот эти 20 преимуществ, они должны лечь на сердце нам, и чтобы нам понимать, как говорить о данной системе нашим знакомым. 3 шага простых, с чего, чтобы начать зарабатывать. Очень простые. Простая регистрация. Проще не бывает. Встать в очередь и ждать свой выплат. Все. Никаких лишних движений. И давайте зададим вопрос, а что у нас изменилось за 3 месяца? Каждый себе. Чем хуже я других или вы хуже других? Вот. Конечно, мы работаем, кто-то работает, но опять же завтра на работу. Хотя интернет дает возможность зарабатывать. Дает реально. Не бегать по хайпам, а именно четко зарабатывать. Есть разные системы заработка. Но здесь самая простая, очень простая. Отдал свою денежку и жди, когда у тебя появится выплата. Пригласи других, у тебя быстрее появится выплата. И еще больше заработаешь. И многие, конечно, сидят в интернете, поиск каких-то новых проектов, бегают по этим хайпам. Много людей просто зомбированы, извините, так скажу, да. И у меня был такой период, когда, ой, этого я послушал, этот авторитет человек, этот авторитет, давай зайду сюда, здесь потерял 20, здесь 100, там $200. То есть период, наверное, у многих был. Если кто-то не проходил такие периоды, ну, вы счастливые люди. Знаете, люди свою пенсию дают, и чтобы свою пенсию там 7, 8, 9, 10 тысяч рублей, они могут в половину отдать, например, даже больше, чтобы ее как-то увеличить, и потеряли. А жить-то нужно. Поэтому сидеть просто так в интернете, искать какие-то пустые проекты, я думаю, не стоит, да, когда есть, где можно заработать. И еще раз призываю все, будьте с нами, будьте одними из нас, и все у каждого из нас будет хорошо, у вас, я уверен,
Вот. И в данный момент я как бы завершаю основную часть вебинара. Вы можете еще подготовить вопросы. И мы сейчас перейдем еще ко второй части вебинара. Она будет не очень большая, но очень интересная. Вот. Благодарю вас. Ссылку, которую возьмете у своего пригласителя, прежде чем оплачивать, вы еще раз посоветуйтесь со своим пригласителем, потому что некоторые могут зайти сразу на 50. Ну, не совсем это. Лучше это добавить что-то, понимаете, может еще вместе скооперироваться, но это будет совсем другой заработок. Поэтому 50, они нужны для другого, эконом-пакета, для того, чтобы квалифицировать верстник. Поэтому приглашаю вас в нашу команду. И вот сейчас два слова о нашей команде. Я вот рад, что встретился с Артемом, молодой, интересный парень. Вот я практически в два раза старше его. Ну, и вот интересно общаться все равно с молодыми, потому что у каждого свое мышление, свое видение. Да, и мы стали вместе, подумали, как это все делать. Мы, конечно, уже начали какие-то обучения проводить. Поэтому в нашей команде, команда Richmond, назвали это «богатый человек» в переводе, или «богатые люди». То есть мы уже обеспечиваем своих партнеров инструментами. Инструментами автоматизации, если кто не знает, значит потом узнаете, что это такое, да, как освободить себя от рутинных действий в соцсетях или в скайпе, вот, и лендинги есть, то есть лендинги сделал я неплохой, уже многие видели, и через этот лендинг люди приходят, там есть 5 видео, лендинг сделан на профессиональной платформе, то есть каждый может его получить, поэтому команда, сила именно в команде. Я вас приглашаю всех, прежде всего, в команду, потому что через команду можно уже обучиться многим интересным моментам и вообще не просто как зарабатывать, а вообще как правильно вести бизнес. То есть мы еще будем, я надеюсь, Артем скоро, да, будем проводить какие-то обучения по мотивации, по грамотному предоставлению той или иной информации другим людям. У нас есть достаточно много людей, я думаю, среди вас кто-то есть, у кого-то есть какой-то потенциал, правильно? Давайте вместе выполнять на благо нашей команды какие-то школы, вот, и начните изменять свою жизнь сегодня. И вот я еще что хочу сказать на этот момент, сейчас пока осталась капелька, что вот эти все слайды, я уже видел, люди берут мои слайды и копируют то ли с видео, то ли как, поэтому я их могу дать, пожалуйста, в открытом доступе. Вот. Благодаря этим слайдам уже можно рекламироваться, поверьте. Вот слайд. Здесь написан мой скайп? Нет. Чей-то написан? Нет. То есть вы можете на этот слайд взять в программе PowerPoint или рисовалка обычная есть, взять свой, где-то написать свою фамилию внизу, вот фон белый, видите, есть, свою фамилию, свой скайп, да, написать там, приглашаю всех или еще что-то, и в интернет, и через соцсеть. И вот эти слайды, их несколько есть слайдов в самом, вот сейчас в вебинаре то, что прошел, они уже готовые рекламные картинки. То есть, если кто-то может составить, пожалуйста, на здоровье. Стиль вот этот я сделал, слава богу, какие-то таланты есть, поэтому я хочу, чтобы мои таланты, они работали для вас, для всех нас, на пользу. Услышали, да, меня? И сейчас я уже завершил вебинар, сейчас отвечу на вопросы и потом перейду на следующий. То есть еще раз, помните, бизнес твоей мечты именно здесь и сейчас, не завтра, где-то. И взлетная полоса начинается именно сегодня. Кто еще не начал, начните. У меня уже люди есть, которые здесь сейчас присутствуют, они уже начали, их уже фамилии в списке уже поднялись выше. Всего лишь там какое-то время, 2-3 недели прошло, уже все выйдет. Все, спасибо за внимание. Я сейчас перехожу к ответам. Валентина из Москвы. Как понять соответствие? 36 партнеров и только 7 тысяч подарков. Партнеры – это количество регистраций. Вот, цифра эта меняется, она уже может быть больше. Количество подарков, то, что есть на лендинге или в самой компании, компания ее это не корректировала, возможно. Подарки-то разные. Есть подарки по 1200, есть по 800, а есть подарки по 6000, которые получают. Поэтому, если в сумме сложить, там все это реально. Не все же сразу получают. А это 36, еще раз говорю, это регистрации. Да, Артем.
Да, спасибо, Артем. Взаимный, и ты грамотный. Наша грамотность должна быть на благо наших всех. Всех. Поэтому лендинг отличный. Я готов учить людей, как делать видеовизитки. Это бесплатно, это все платформа есть. Очень работает четко. Если каждый скажет 2 минуты о том, для чего он здесь, и сделает видеовизитку, это практически, ну, полдня уйдет на него времени, и она будет работать. И инструмент, который сделал, он будет работать. Проект работает уже долго по маркетингу. Очереди были рестарты проекта. Я не в курсе. Артем, если ты можешь ответить, по-моему, рестартов не было. Вот. Команда растет, да, быстро, Елена, правильно, спасибо. Не было рестартов. Вот, Игорь, я ответил на вопрос. Если вопросов нет, я сейчас перейду на... Вот, где можно найти видеовизитки? Видеовизитки ко мне в Skype обратитесь, я вам покажу, как я сделал для себя. Естественно, дам ресурс, и если будет количество людей, мы какое-то соберем и проведем школу, как это сделать видеовизитку. Хорошо? Да, спасибо, Антон, это не инвест, какие рестарты. Да, здесь не обманывается, понимаете, есть, у меня есть несколько роликов, я записал, откуда берутся деньги. Там все просчитано. Я математик, делаю калькуляторы, как бы все умеют считать, арифметику, да, но есть вещи, которые, ну, не все могут делать, ничего страшного. Но я просчитал, он вообще вечный, он не должен закрыться вообще, смысл его закрывать. Понимаете, там постоянно в компании есть свои деньги, которые они получают на свою... Вот. И вот сейчас я вам покажу, как получать подарки без приглашений. Так. Давайте посмотрим на экран. Это, по нему я уже провел, по этим слайдам провел ролик сделал, то есть не вебинар, а ролик записал. Вот как получать подарки без приглашений. Да, Артем, спасибо за ответ. Вот, спасибо. Значит, смотрите. Данный ролик есть. У нас есть своя группа ВКонтакте. Артем сделал. И есть у меня специально создал для данной системы новый аккаунт ВКонтакте, где я делюсь всем, что у меня есть. Потом в системе очень хорошо они сделали, то есть кто выплату получил, хоть какие-то реферальные, мы выкладываем в официальной группе ВКонтакте, которая с 2012 года. Знаете? То есть я все выплаты с 2012 года видел. Реально они у меня есть. Выплаты. Работают как часы. Как часы. То есть, и вот данный ролик есть у меня ВКонтакте, в группе, то есть в моем аккаунте. У Артема есть, и вот у нас общая группа есть. То есть, как получать? Давай сейчас посмотрим данный урок, коротко. То есть, это урок в двух примерах. Вот тоже, кстати, слайд, который можно рекламировать. Давайте посмотрим на вот... Вот я решил все-таки провести вот так вживую. Не в записи, запись она есть, она уже работает, можно смотреть, люди смотрят и ко мне обращаются. Они также могут к вам обращаться. То есть ваш пакет 200, видите, наверху 200, вы приобрели. И пока нет возможности пригласить. У меня такой человек как раз есть, не один, который говорит, я говорит, лучше так сделаю и себя квалифицирую. Все очень просто. Он под себя регистрирует 2 по 50. Сколько он затратил? 300. По 50 он затратил, и, естественно, по 10% ему возвращается его основной аккаунт. То есть 10 долларов. По 5 долларов всего затраты были 290. Обратите внимание, 290. Хорошо, цифру запомните. Что такое первый цикл? То есть, когда он первый цикл завершился, когда его верхний аккаунт, то есть основной аккаунт, вышел на выплату, он получил 1200. Через какой-то период два вот этих аккаунта по 50, они вышли на выплату. И он, верхний аккаунт, получил за них свои, так сказать, партнерские по 50 долларов. Все. То есть он 100 долларов. Вот левый квадратик, видите, да? Получил. То есть... не-не-не. Сами два аккаунта по 50, они получили по 50, а партнерский верхний получил по 100 долларов за каждый. Вот видите, здесь внизу партнерский доход. Получается, он получил 200. 1200 со своего получил и 2 по 50 со своих же двух аккаунтов. Итого чистая прибыль у него будет
1210 долларов. То есть это на 410 долларов больше, если войти на одно место в бизнес. То есть зашел человек на 200, никого не пригласил и под себя ничего не ставил. Никакие аккаунты. Он получил 800. А тут он также будет скорость идти, потому что эти два эконом-места, они работают в других списках. И он заработает 410, тут уже в два раза больше. Уже 200% заработал. А вот дальше уже идет без его, вообще без его действий, ничего не нужно поставить где-то. Верхний аккаунт, основной, его будет постоянно зарабатывать 1200. И два бывших эконом, они будут приносить ему по 800, то есть 1600. То есть это его три места. Партнерский доход какой у него? С каждого второго места, ну, в общем, это первое, второе место, которое под ним находится, да, он будет зарабатывать 200 долларов, так как они будут выходить постоянно на выплату даже своих 800. Он будет получать 200. Итого 400. Чистая прибыль всего 3200 долларов. И давайте заметим, что это на 2400 больше, если войти, опять же, на одно место в бизнес. То есть один раз человек внес 290, и он уже заработал 1200 с первого цикла и постоянно будет зарабатывать 2400. То есть если 290 относительно 2400, это практически 1000%. Считать, наверное, все умеют, да? Практически 1000%, представляете? Даже если в год раз совершится, 1000% в год, такое дает только хайпер. Но они живут-то всего несколько месяцев. Здесь не хайп. Вот. То же самое с пакета премиума. Место премиум. Просто давайте два слова расскажу. Во-первых, если мы зашли, кто-то зашел на пакет бизнес, а потом переходит сюда, это одно. А если человек хочет сразу, у него есть возможность зайти сюда, вот, потому что наш вышестоящий спонсор, он уже получал несколько раз по 6 тысяч, зайдя в пакет премиум, из заработанных денег причем. Мы это реально видели, я о чем видели. Вот пакет премиум. 1000 долларов стоит, 2 места по 200, и под эти 2 места по 200 ставятся 2 по 50. В первый и второй. И затраты, как видите, всего лишь 1540 долларов, потому что идут комиссии партнерские, то есть, ну, на каждый аккаунт. Получается всего, я сейчас цифры не буду вам рассказывать, 1540 вы видите на слайде, вот они, 1540 общие затраты. С первого цикла, когда закроются все 7 аккаунтов, то есть первый 1, 2 по 200, это уже 3, и 4 по 50, это будет 7 аккаунтов. Общий доход у него будет 8000 долларов. 8. Нет слайда? Нет, слайд есть. У кого нет слайда? Артем, слайды есть? Есть. Значит, у вас, да, извините. Ну, запись будет. То есть, получается, когда завершится полностью цикл, вы никого не пригласили. Это все ваши места. Все ваши места. Вы заработаете 8000. Следующие циклы у вас уже будут, премиум сам по себе так и будет работать, постоянно будет работать, не надо дополнительно ничего, какие-то вложения делать. Два аккаунта у вас было по бизнесу, два места по 200 долларов, и 4 по 50 уже превратятся волшебным способом в бизнес, и вот они все вам будут приносить уже 13200. Пусть на это уйдет год, но пусть уйдет больше. Всего внесли 1500, и постоянно получать 13200 долларов. Постоянно. Хотите, вытаскивайте, хотите, реинвестируйте. Ваше дело. Вот обычная схема без приглашений. Так, это я уже об этом говорил в предыдущем слайде вебинара. Поэтому еще раз приглашаю команду Richmond. Вот, если кому необходимо, вот мой скайп внизу написан. Все, я завершил данный вебинар. Рад, что вы пришли, искренне рад. Пусть мало, но не сегодня, завтра вы будете об этом говорить другим, будете ролик кому-то давать, смотреть, принимайте решения, не откладывайте свое решение, потому что именно в команде сила. Я уверен, что все, кто будет с нами, они пойдут вперед, потому что ни одной команды сейчас такой нету. То есть вот мы с Артемом сделали команду и надеемся, что именно наша команда, она откроет возможность многим людям.
Потому что именно сила вся в команде, в дружбе и в том, что мы можем выполнять. Все, спасибо всем за внимание. Если нету вопросов, я постарался уложиться коротко, то есть за 40 минут уложился, без каких-то лишних мотиваций. Рад всех еще раз приветствовать. Желаю всем хороших выходных. Принимайте решения. Если что-то где-то сами не можете преподнести, обращайтесь к своим вышестоящим спонсорам, обращайтесь ко мне. Мы никого ни к себе не подписываем. Кто кого пригласил, тот является тому это спонсором, партнером. Все. Всем спасибо. До свидания.